Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами хотим поделиться одним маленьким секретом для привлечения удачи в вашу жизнь и ваш дом. И обращаю внимание, это есть в каждом доме, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя». Друзья, заходите каждый день на наш канал. У нас на канале каждый день выходят новые, интересные и полезные видео. Будете много знать и как зна будете знать, как правильно использовать те или иные мудрости. Также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы знаете, кого вы любите, кому вы желаете любви, мира и гармонии. Вы знаете, у каждого человека и на данный момент в нашем современном мире появилась масса возможностей для увлекательной жизни. Это и путешествия, и творчество, и шопинг, фитнес, интересные хобби и так далее. И все это делает нашу жизнь намного ярче и радостнее. Но здесь, в этом всем, есть одно маленькое но, которое, скорее всего, и портит нам эту картину. Дело в том, за все нужно платить деньгами в нашей жизни. И при этом часто наши вот такие вот какие-то увлечения, это стоит денег и часто немалых. Вот тут-то у нас и, знаете, начинаются проблемы. К сожалению, не всегда у нас есть денежные средства в нужном количестве. Несмотря на то, что каждый человек стремится заработать, каждый человек, он упорно трудится и имеет какие-то определенные свои жизненные планы, мечты или задачи. И почему такое случается? Понять несложно, потому что все-таки удача улыбается не всем. Иногда для того, чтобы осуществить свою какую-то мечту или как вариант получить крупную сумму денег, достаточно оказаться в нужное время и в нужном месте. А этим может похвастаться, к сожалению, не каждый человек. А вот везунчики, они живут весело, радостно, припеваючи, поэтому имеет смысл влиться в их счастливые ряды. Поэтому для того, чтобы стать любимцем фортуны, достаточно знать, как правильно привлекать удачу в свою жизнь. И тут нам на помощь, как всегда, приходит наша магия. И существует достаточно огромное множество всяких магических ритуалов, обрядов, практик, с помощью которых человеку и удается ухватить судьбу за хвост. Но одним из самых сильных и действенных издавна считался ритуал на входную дверь. Ведь именно порог и именно входная дверь в наш дом или квартиру обладают большой магической силой, которую мы с вами можем использовать себе во благо. Итак, ритуал на входную дверь лучше всего делать тогда, когда вы будете в хорошем настроении, когда вы будете понимать и чувствовать, что вы настроены на то, чтобы провести это действие. После этого ритуала вы сможете увидеть, как все те действия будут направлены на увеличение, на рост, на прибыль и на везение. А нам именно это и требуется. Нам требуется стать везунчиком. Итак, лучшее время для выполнения и проведения нашего магического ритуала на удачу, друзья, первая половина дня. Для этого вам нужно подойти к своей входной двери. Далее открыть ее и, находясь внутри квартиры или дома, посыпать порог рисом или маковыми зернышками. При этом надо сказать следующие слова: порог посыпаю, доле двери отворяю, доле доброй судьбе золотой, удача со мной, слово мое крепко.
После этого закройте двери и до конца дня не выходите из дома. Рассыпанный рис или маковые зерна нужно оставить на полу, не выметая, на 3 дня. Спустя 3 суток подмести их нужно будет в совок и выкинуть именно в землю, недалеко где-то от вашего дома. Теперь ваш дом станет именно пристанищем для фортуны. Вы сами и все, кто живет с вами под одной крышей, очень скоро вы сможете заметить, что все поставленные задачи решаются невероятно легко. Сложные дела делаются легко и играючи, а удачи и деньги сыплются, как из рога изобилия. Если вы решите усилить проведение этого заговора, то вы можете его повторить, но обращаем ваше внимание, ровно только через 3 месяца. Опять же, в первой половине дня, и вы также должны быть в хорошем настроении. Вы должны знать о том, что да, у вас этот ритуал получится. Кроме того, друзья, на время проведения ритуала и вообще старайтесь из опыта, старайтесь отключать все гаджеты, потому что, как правило, высшие силы, негативные силы не заинтересованы в том, чтобы вы подпитывали энергию изобилия, что вы подпитывали энергию достатка и благополучия. И, соответственно, происходят какие-то определенные вещи. К вам ни с того ни с сего может прийти соседка, позвонить кто-то, что-то, кому-то что-то нужно срочно, а вы в это время делаете ритуал. А, соответственно, когда телефон у нас звонит, мы с вами отвлекаемся на ненужные вещи. Поэтому, чтобы этого не было, отключайте и старайтесь провести в тот момент, когда вам точно никто не будет мешать. Поэтому благодаря этому ритуалу вы сможете действительно достигнуть, наверное, самого сильного магического эффекта. А значит, вы можете стать намного удачливее. Через какое-то время вы сами увидите, что в вашей жизни начнут складываться определенные события, люди. Появится то, что вы раньше, как бы вот в те двери, которые вы раньше стучали, чтобы вам их открыли, чтобы вам помогли, у вас просто ничего не получалось. А теперь, как знаете, как вот по волшебству, в вашей жизни начнут происходить определенные хорошие, добрые события. Поэтому, друзья, в самое ближайшее время проведите этот ритуал, пригласите удачу в свою жизнь, и она обязательно поселится не только в вашем доме, но и в вашей жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Также, друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Обязательно нажимайте, переходите и смотрите. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации для каждого человека. Всем приятного просмотра!